В этой доброй акции приняли участие около 100 ребятишек. Дети подготовились к мероприятию тщательно. У всех были оригинальные костюмы – снегурочки, оленя, зайца, единорога и, конечно же, любимые персонажи из мультфильмов. Навстречу детям также на коньках выехали Дед Мороз и Снегурочка. На свободе встали, сейчас будем танцевать, играть, Прежде чем дарить подарки, Дед Мороз и его внучка Снегурочка провели для ребятни веселые конкурсы. На мероприятии собрались дети от 8 лет и старше. Катание на коньках – это наслаждение. Даже не имея опыта, можно получить от такого времяпровождения массу удовольствия. А за самые лучшие маскарадные костюмы детей наградили призами. Близимся к концу, будем подводить итоги в конце. Дети, занявшие первые, вторые, третьи места, будут награждены бесплатными абонементами, посещениями на катание на льдах, на льду. То есть, соответственно, 12 посещений, 8 посещений и 4 посещения. А всем остальным участникам данной акции мы также бесплатно раздаем сладкие подарки, мандарины, шоколадки. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем, во-первых, крепкого здоровья, благополучия и всего-всего хорошего. Предновогодняя акция прошла в Субидее впервые. Теперь в спорткомплексе подобные мероприятия для детей будут проходить каждый год. Мне понравилось, что такое как бы сделали, это бесплатно. То есть для некоторых это даже хорошо, что у некоторых нету средств на подарки, на что-то такое. И это очень поднимает настроение даже мне. У детей настроение тоже высокое. Очень хорошо. Ты покатался? Да, покатался. Тебе все понравилось? Да. Мама, Куко из мультика «Тайна Куко». Расскажи свои впечатления, эмоции. Как тебе предновогодняя программа? Интересно, весело и больно падает. Ты успела поучаствовать да. в играх? Да. И как тебе? Интересно было. То, что здесь можно кататься бесплатно. Сестра, тут очень интересно. Жалко то, что ты со мной не пошла. Как тебе предновогодняя программа сегодня? Ну, хорошая. Мне понравился Дедушка Мороз. Дед Мороз тоже был очень клевым. И все мои впечатления только... Ну, мои эмоции просто зашкаливают. Вот. И я очень рада, что сюда пришла. Я с ребенком. Вот мои дети. Одна челеш, Сайданол и Несай. Одна Миньон, другая Петрушка. Да, мне все понравилось, очень впечатление хорошее. Все очень активно играют, стихи рассказывают. Я думаю, нынешняя молодежь не будет стесняться, но все участвовали очень хорошо. Очень интересно и очень хорошо. Что тебе понравилось? Костюм Дед Мороза и Снегурочки, они очень пышные. А конкурсы ты участвовала в них? Конкурсы мне очень понравилось, рассказывать стихи. Новогоднюю акцию спортивный комплекс «Субидей» организовали совместно с Министерством спорта Республики. Ребята остались довольны мероприятием и получили огромный заряд бодрости и отличного настроения. Инна Клоян, Шалбан Мангуш, Самдан Эргит, телеканал Тува-24.